Всем привет! Меня зовут Татьяна. Это канал о вышивке и о рукоделии. Приступаю к съемке очередных своих вышивальных будней. Вчера закончила предыдущий эпизод. Сейчас его монтирую и буду выкладывать. Но сегодня новый день. Новый день моих вышивальных будней. У меня появились кое-какие планы, которыми мне хочется с вами поделиться. Кстати, буквально вот вчера мне еще не хотелось заканчивать, а сегодня я взяла и закончила. Это бэкстич на своей собачке. Я его даже, этот процесс уже убрала. Вот эта собачка у меня была вышита первой. Здесь я вот так вот завернула ниточки. Сейчас я эти ниточки уберу. И вот это моя вторая собачка. Две собачки уже закончены. Посмотрите, вторая классная. Первая классная. Здесь у меня еще поместится третья собачка. Но всего у меня в этом процессе... В этом процессе у меня 4 собачки. То есть мне еще 2 надо вышить. Ну, в принципе, это такой отрез 50 сантиметров. Поэтому я как бы, так как я свои ткани покупаю по полметра, то есть я вот с края вот так вот обрезала. И у меня поместилось всего 3 собачки сюда. Соответственно, четвертая уйдет на другой дополнительный кусочек. Когда буду вышивать следующую собачку, не знаю. У меня как бы каких-то таких планов нету. То есть опять, когда наступит вдохновение, сяду и начну вышивать. Собачки вышиваются у меня, ну, где-то 2, наверное, 3 дня. Может, не 2, но где-то 3 дня, особенно с бэкстичем. Бэкстич я заканчивала сегодня. Там... Мне показалось, что около 200 стежков бэкстича. У меня вот в этом органайзере, он, естественно, не для вышивки, как бы у меня хранились ниточки, но сейчас я как бы прям весь вот этот кусочек со своей вышивкой я тоже сюда помещаю. Ну и убираю в свою, как бы оно так немного выходит, но зато все равно так аккуратненько лежит. И ниточки, этот кусочек ткани там. Так что, в принципе, один законченный процесс у меня есть. А сейчас я начала вышивать чашки, которые я вышиваю по кросс-стич саге. У меня... В принципе, вышито где-то 55%. То есть вот сегодня я начала, сегодня у меня первый вышивальный день, когда я опять вернулась к этим чашкам. И у меня тут такое желание появилось взять и закончить полностью этот процесс и не останавливаться, пока я эти чашки не закончу. Всего эти чашки на 13,5 тысяч крестиков. И у меня больше 50% вышито, там 55% было вышито на сегодняшний день. И мне очень-очень-очень хочется просто взять их и вышить. И я, кстати, поставила перед собой такую цель. Если я их закончу, и я не прервусь, и я добью эти чашки, потом я себе устрою такой... поощрительный бонус, о котором вы узнаете. И меня этот поощрительный бонус очень вдохновляет. Именно поэтому я однозначно эти чашки хочу закончить. Тем более процесс, он такой достаточно необычный на данный момент для меня. Потому что как бы вышивается все легко обычными крестиками. Здесь совершенно нет бэкстича. Но здесь очень частая смена цветов. То есть одиночек здесь нет, но здесь есть маленькие группки. То есть 7 крестиков, 5 крестиков,
потом останавливаешься, потом другой цвет берешь, еще там несколько крестиков, 10 крестиков, потом останавливаешься, другой цвет берешь, там 30 крестиков, останавливаешься, потом 5 крестиков. И вот так вот постоянно я меняю цвета. Цветов здесь достаточно много для такой работы. Ну, много, так вот, если посчитать, в принципе, относительно много. Наверное, здесь цветов 30. То есть, ну, немного, но вышивается вот такими вот маленькими группками, и постоянно надо вот менять ниточку. Обычно, как бы, у меня вот те наборы, которые я вышивала, и в Joy Sunday, там намного больше участки зашиваются, а здесь вот вся работа маленькими такими группками сделана. Но мне это нравится. Вот сейчас мне как-то прям вот это то, что я захотела на данный момент, потому что, если вы помните, в предыдущем эпизоде я закончила вот это дерево жизни, которое скоро превратится в сэмплер. Хотя по схеме я все вышила, но я все равно не считаю это как законченный процесс, потому что это только часть моей такой общей задумки. И так как я там навышивалась уже одним цветом, сейчас мне прям очень так в охотку идет вот такой процесс, когда надо часто менять ниточку. И я это с удовольствием делаю. Сейчас я вышиваю уже третью чашку. Заканчиваю, всего здесь 6 чашек, которые друг на дружке стоят. Поэтому такой вот у меня план. План у меня изначально, я хотела себя поставить в такие рамки, что хочу закончить за неделю. Но потом решила, что никаких рамок я не хочу. Хотя бы мне просто надо закончить этот процесс. Пусть не за неделю, потому что осталось вышить 6000 крестиков. И вот сегодня первый день, когда я приступила к этой вышивке, я покажу, сколько я уже вышила. Сегодня я так уже пару часов вышиваю. И 6000 крестиков. Теоретически я знаю, что я могу вышивать по 1500 крестиков на выходных. Когда я могу, ну, часов 7 даже в течение дня потратить на вышивку. 2 часа там утром, потом после обеда и перед сном несколько часов. То есть я 1500 могла бы вышивать. Но в рабочие дни, естественно, я столько не вышиваю, потому что я с работы там прихожу где-то либо в 5:30, либо в 6, либо в 7. Потом у меня еще идут занятия, то есть мне надо заниматься. Я где-то занимаюсь 2 часа. То есть, соответственно, только после 9 я могу сесть и начать вышивать. А спать мне надо уже идти в часов 11. Так что в течение будних дней, естественно, у меня нету. Не будет возможности вышивать ни по 1000 крестиков, ни по сколько. Ну, если буду вышивать там 200-300 крестиков, наверное, буду очень-очень рада. И все равно буду нагонять свою вышивку вот именно на выходных. Поэтому вот это вот рамки, что все, хочу работу закончить за неделю, я решила отказаться от этого. Но вы увидите, за сколько, ну и в принципе я сама увижу, за сколько я вышью эти 6000 крестиков. Но работа у меня будет закончена. Будет закончена в этом эпизоде. Потом дополнительно я хочу еще продолжать тоже по настроению заниматься вязанием. То есть это не только, что я буду вышивать только этот процесс и все, не буду отвлекаться. Нет, естественно, буду, потому что, то есть если мне захочется вязать и не захочется вышивать, я не буду себя заставлять вышивать, иначе какое же это удовольствие от процесса. То есть вязание у меня будет еще по ходу. Ну и мой хардангер,
Иногда мне хочется им заниматься, иногда не хочется. То есть вот так вот, такие три процесса я планирую этими процессами заниматься в эти несколько дней. Буду держать вас в курсе дела. Давайте вам покажу сразу, как начинается моя вышивка на сегодняшний день. Сегодня пятница. Сегодня, вот если я не ошибаюсь, 17 августа, оказывается. 17 августа, и вот 17 августа я начинаю этот эпизод. Так вот выглядит моя кросс-стич-сага. Я креплю телефон прям на свои Q-снапы. Крепится, давайте я вам покажу как. Вот у меня здесь загнутая канва. И я вот на такие зажимы, которые я использую для боковой натяжки. Здесь обычная резиночка для волос. Еще одна резиночка для волос, в которую я вставляю свой телефон. У меня прям накуплены несколько комплектов, несколько цветов этих резиночек. Пока еще ни одна резиночка не растянулась. А так я подумала, будут растягиваться, я буду просто их менять. Вот когда телефон у меня разряжается, я его тут сразу подсоединяю. Здесь у меня мои иголочки на магнитике. Вот так вот я вышиваю. То есть вот сейчас заканчивается у меня третья чашечка. Ну и давайте покажу свои продвижения. То есть на сегодняшний день, 17 августа, я сегодня, смотрите, уже вышила 624 крестика. Это итого у меня 60%. То есть сегодня я когда начинала, у меня было 55%. Вот сегодня я вышила 600 крестиков. То есть прибавилось где-то 5%. Всего у меня в этой работе, вот здесь в марафоне, у меня будет видно 13 500. То есть мне надо вышить около 6000 крестиков. Но 600 крестиков уже из 6000 вышито. Поэтому я очень-очень рада. Вот такими темпами теоретически я могла бы эту... И, в принципе, сегодня я вышиваю, ну, может быть, чуть-чуть меньше 3 часов, ну, около 3 часов. За 10 дней я бы так могла вышить. Поэтому я так изначально поставила глобальные такие планы за неделю. Ну, как я уже сказала, посмотрим, как получится. Может быть, вышью, ну, что навряд ли. Особенно с моими обычными рабочими буднями. Так... Ну, посмотрите, как организован сам у меня процесс. Это вот здесь вот моя эта шкатулочка. Здесь у меня лежат ножнички, мусорничка моя. Здесь тоже иголочки могу я сюда прикреплять. Но мне очень удобно, когда иголочки тут. Здесь у меня мои ниточки вот так вот разложены. То есть этот процесс у меня... Именно так и организован, на бобинках. И если вы видите, когда я отрезаю пасму, я уже это показывала, но сейчас просто быстренько повторюсь, я навешиваю эту пасму вот сюда, вот в дырочку, иголочку вставляю сюда. Если у меня ниточка на иголочке заканчивается, то я просто иголочку уже оставляю тут. А если... Я вышила несколько крестиков, и больше рядышком нету нигде этого цвета, то я просто паркую вот сюда, вот прям в бобинку. И пока я вот работаю, у меня, видите, прям ниточки свисают. Это вот такого цвета ниточки свисают, другого. Здесь в эту сторону третий цвет лежит. Вот здесь вот у меня синие цвета, красные цвета. Вот здесь вот я уже складываю бобинки, которые у меня... уже цвета закончились, то есть я их полностью вышила. И всего у меня пока это 2 цвета, но потихоньку, я думаю, у меня все это будет увеличиваться. Посмотрим, сколько у меня получится вышить за выходные. Это будет отчет за субботу, 18 августа.
я уже достаточно сильно так передвинула свою работу вверх. Вот эта синяя чашечка, которая тут, это четвертая чашка. Третья, четвертая, они очень такие прям маленькие. И вот пятая и шестая чашка, и вот здесь вот будет конец работы. Если вы слышите такое мурлыканье очень громкое, то это только потому, что киса сидит рядышком и так громко-громко мурлычет. В общем, я очень довольна сегодня своими продвижениями. Посмотрите, 77%. То есть в пятницу я начинала, то есть это вчера я начинала, вышила 864 крестика, сегодня больше 2000 крестиков я вышила. Итого 10 500 крестиков у меня вышито. И как я говорила, я не успокоюсь, пока не закончу эту работу, потому что мне осталось всего 3000 крестиков. В принципе, еще две таких вышивальные субботы и даже полторы, и работа будет закончена. Здорово! Если честно, я даже немного сама удивлена. То есть за сегодня я вышила почти 15%, наверное, даже 12 или 13%, потому что вот вернулась к этому процессу. В пятницу я у меня было отшито 55%. Все здорово. Ничего сегодня больше не делала, то есть это был только этот процесс. Вот мне хочется его закончить. Я очень сильно удивлена своим сегодняшним результатом. Но вышивала сегодня я много. То есть это была одна из тех суббот, вот, которые мне нужны после тяжелой рабочей недели. У меня бывают дни, когда не хочу ничего делать, никуда идти. Какая-то такая работа по дому. Готовлюсь к следующей рабочей неделе и все. И только я вот вышиваю, отдыхаю такими набежками на вышивку. То есть вот сегодня именно так было, но это просто здорово, потому что вот так вот, вышивавшись один день, я могу всю следующую неделю, даже если не буду вышивать, я буду с удовольствием ждать следующей такой субботы или воскресенья. И вот мне просто иногда это необходимо. Посмотрите, что я сейчас делаю. Мне такой способ понравился. Я вот беру один цвет, и особенно если он какой-то такой вот достаточно протяженный, я вот начала его вышивать отсюда, потом перехожу, вышиваю полукресты, вышиваю вот в такой последовательности. Эти полукресты я вот вышиваю полностью, а потом уже, не смотря больше в схему, возвращаюсь и закрываю полукресты. Так получается чуть-чуть быстрее. Мне очень понравился этот совет. Так что сейчас у меня многие процессы так начались вышиваться. Все, в следующем включении буду вам показывать результаты воскресенья. Немного кис. Вот так вот кисенька у меня спит. Рядышком со мной. Вот окошко. У нас хорошая такая погода на улице. Солнечно. Но сегодня не очень жарко. А я начала опять вышивать. Сегодня этот процесс, и еще раз хочу в очередной раз с вами поделиться вот таким вот способом вышивки, когда у меня большие участки одного цвета.
Я имею в виду, вот если вы видите, сейчас я все это вышила полукрестами, и здесь это прям такая непрерывная часть. То есть логически все это очень близко располагается. И я, опять же, по способу Алена Волкова как-то нам показывала, что она сначала вышивает полукрестами, а потом все это зашивает крестики. И я на своем примере убедилась, что это реально намного увеличивает скорость. Вот, допустим, что я сейчас сделала. Если вы помните, в своих предыдущих видео я засекала время вот именно для этой работы за час, сколько крестиков я вот так вот сижу и комфортно вышиваю. Допустим, смотря видео, слушая аудиокниги, никуда там не торопясь особо, но как бы занимаясь только одним процессом. И у меня вот на эту работу, из-за того, что здесь бывают такие прям участки, вот меняется цвет. Конечно, одиночек здесь нету, но есть вот такие группы из 10 крестиков, потом рядом нету такого цвета, потом еще там какая-то группа нету такого цвета. Вот, допустим, здесь желтые цвета, и все, больше в этой частке вообще нет желтых цветов. Также красный, вот это коралловый, здесь бордовый, красный, здесь еще где-то бордовые будут цвета. И все, в принципе, надо заканчивать и как бы иголочку откладывать, эту ниточку. Соответственно, за час я вышиваю в этом процессе 200-220 крестиков. А сейчас за час вот этих полукрестов по схеме я вышила, давайте сейчас посмотрим, 405. Вот ровно за час я вышила сейчас 405 полукрестов. Мой следующий эксперимент будет, так как мне сейчас вот кросс-стич-сага уже не нужна, я эти полукресты буду просто закрывать, посмотрим, сколько я полукрестов смогу закрыть за час. Либо, может быть, я эти полукресты закрою, и какое-то время у меня еще останется. То есть я так предполагаю, что в принципе я должна эти полукресты закрыть, естественно, намного меньше, чем за час. В общем, сообщу вам о результатах. Другой момент, так как у меня вот здесь вот ниточка вот отсюда, она тянулась. Она тянулась тут, здесь она остановилась. У меня ниточка здесь, кстати, уже закончилась. Другую ниточку я начала тут, тянулась, и здесь она остановилась. Потому что следующие цвета у меня начинаются вот тут, и потом начинается несколько цветов, вернее, несколько крестиков такого цвета. Это вот тут. Естественно, протяжку как бы мне не хотелось нигде здесь делать, достаточно большие протяжки. И еще здесь вот цвет где-то вот тут начинается. Соответственно, так как я начала здесь ниточку, до сюда дошла, и я знала, что полукресты я никуда не хочу больше тянуть, я здесь прямо эту иголочку оставила. То есть, соответственно, просто когда я буду закрывать эти полукресты, я просто возьму и этой же ниточкой вернусь. А потом уже как бы здесь остановлюсь и начну, может быть, закрывать полукресты тут. И здесь я тоже вот остановилась, ну, потому что у меня как бы час закончился. Но здесь, скорее всего, я вышью вот эту группу, потом начну отсюда и потом начну отсюда, то есть без протяжек разных. В общем, классный способ. Я уверена, что скорость будет намного выше, чем 200 или там 220 крестиков. Хотя бы, я так думаю, что крестиков 300 должно у меня получиться. Ну, как-то так. Так как всю эту неделю я буду вышивать один и тот же процесс, поэтому, скорее всего, на этой неделе мы будем больше болтать с вами. Вот, решила с вами поболтать. Кстати, насчет того, что я закрывала полукресты, те полукресты, которые я вам только что показывала, я закрыла за 40 минут. И как бы опять же, это не особо там торопясь, это вот как бы так вот в комфортной моей зоне. Получается, что за час 40 я вышила больше 400 полукрестиков,
А так бы я эти 400 полукрестиков вышивала, наверное, за 2 часа. Поэтому, ну, результат налицо, то есть скорость увеличивается, но, естественно, не в 2 раза, может быть, в 1,5 раза, может быть, чуть поменьше, но она увеличивается. Но крестики получаются аккуратней, это факт. И другой факт, то что вот особенно вот вторые 40 минут, оставшиеся 40 минут, я очень комфортно вышивала, потому что уже схема у меня тут на телефоне, я его даже вот отключила, и очень комфортно так вышивала эти полукрестики. Поэтому вот такой опять очередной маленький эксперимент. Алене Волковой спасибо за эту идею, может быть, кто-то об этом знал. Я как-то иногда чисто интуитивно это делала, но у меня это было так вот. Вышила там 10, зашила 10, вышила 10, зашила 10. То есть, соответственно, у меня такие были короткие полукресты, и все равно я постоянно вот 10 через 10 крестиков я как бы обращалась к своей схеме. А вот когда в схеме есть такие участки большие, естественно, полная зашивка — это вообще классно. А если просто какие-то даже разбросанные группы, но все равно они имеют какое-то логическое продолжение, то такой способ однозначно я теперь буду использовать. Вот. Ну, еще хотела по ходу отвечать на ваши вопросы, потому что сейчас я там вчера или позавчера выложила свое видео, вы оставляете мне комментарии. И вся прелесть вот таких вот съемок вышивальных недель, вернее, еще одна из прелестей таких съемок — это в том, что я могу по ходу как-то делиться с вами своими впечатлениями о ваших комментариях и что-то по ходу с вами обсуждать. Допустим, у меня спросили насчет того, что как бы я вот так вот вышиваю, и что у меня левая рука сверху, правая рука снизу, и что, может быть, я правша, вернее, может быть, я левша. На самом деле, вот такой способ вышивки, я не знаю, как у других, но я правша, но я переученная правша, то есть я теоретически могла бы быть либо правшой, либо левшой, объясню почему, но как бы весь смысл вот такой вышивки двумя руками — это когда не основная рука, она находится на конве. И эту не основную руку, в моем случае не основная рука, это левая рука, я еще контролирую глазами. Именно поэтому я могу вот эту мелкую моторику выполнять этой не основной рукой. А моя основная рука, которую я с закрытыми глазами что-то могу делать, нащупывать, это правая. Соответственно, она снизу. Мне не нужно ее контролировать, как бы дополнительно контролировать глазами. Поэтому я все-таки правша, и я пишу правой рукой, но вот поэтому у меня правая рука снизу, а левая рука сверху. А вообще есть такой, многие, наверное, естественно, об этом знают, как определить, кто правша, кто левша. Есть вот такой способ, если, не задумываясь, вот так вот сделать такой кулак двумя руками, какой палец сверху. В моем случае это правый. И это как бы не задумываясь. Мне надо даже придумать, как сделать так, чтобы левый палец был сверху. То есть не задумываясь, это как бы вот у меня правый палец. Соответственно, я правша. И в дополнение к этому, если сделать вот так, в моем случае левая рука находится сверху. У классических, стандартных, допустим, правшей, это должно быть вот так. Правая рука сверху, правый палец сверху. У левшей наоборот, у меня и так, и так. Вот, так что я правша, левая рука сверху, правая рука снизу. А потом еще хотелось такое отправить, может быть, видео сообщение
о линии рукоделия. Потому что я буквально вот сейчас, пока тут вышивала эти полукресты, я смотрела видео, которое она выложила, свою вышивальную неделю. И она там вышивала на конве с нанесенным рисунком на 11-м каунте. Я пока смотрела вот эту часть ее видео, у меня нахлынули чувства, потому что, как вы все прекрасно знаете, я любитель канвы с нанесенной схемой и все такое, но почему-то мне всегда приписывают, что я якобы вот любую нанесенную схему я буду вышивать, и я прям такой чуть ли не защитник этих нанесенных схем, ничего подобного. Я за комфорт, и в моем случае канва с нанесенной схемой на канву, схема должна быть комфортная. То есть на канве она должна читаться легко, она должна как бы без проблем, я должна ее читать и получать от этого удовольствие, никак не сосредотачиваться на том, чтобы разбирать какие там крестики. И вот когда она показывала свой набор, это, я не знаю, что это за фирма, судя по набору, это какой-то такой красный наборчик был, и все это было, то есть на превью там даже картина, фотография, а не даже скрин-схема. Вот, допустим, наборы Joy Sunday, они все-таки на превью нам предоставляют скрин-схемы, то есть мы видим вот эту пиксельность, мы видим пиксельность этих квадратиков, и все равно можно оценить. Даже вот с этой пиксельностью устраивает меня тот результат скрин-схемы или нет. И в моем случае я всегда на этот скрин-схему очень так долго его разглядываю, смотрю, есть ли там какие-то пятна, которые меня не устраивают. И если я как бы я не обычно не сравниваю с фотографиями там оригинальных наборов, мне это не интересно. Мне интересно только вот посмотреть нас. И зачастую я же в производителях не разбираюсь, мне сложно как бы узнать, а где, а какое оригинальное название этого набора или этого сюжета. Поэтому я единственное присматриваюсь на скрин-схему, если меня все это устраивает в цветах, я этот набор покупаю. В этом случае она купила просто набор на превью, была фотография. У меня уже к таким наборам подозрения, потому что у меня есть видео, и те, кто меня постоянно смотрит, я как бы делала даже такое видео о всех своих наборах, а потом я еще делала другое видео, где я рассказывала, каким я прям выставила список с производителей, у которых я буду покупать, и производителей, у которых я не буду покупать наборы на AliExpress, потому что AliExpress, там разные производители, разные магазины. И как бы, ну, по-разному они делают наборы и схемы. И сейчас я уже остановилась на нескольких магазинах, которые именно предоставляют наборы Joy Sunday. Я никогда не пробовала наборы NKF. Я слышала хорошие отзывы, все нормально, замечательно, но я их не пробовала. И, скорее всего, я их пробовать не буду, потому что все, что я хочу вышить, у меня есть, все, что я хочу докупить, я, скорее всего, или захочу когда-нибудь начать, я, скорее всего, пойду в те же самые магазины, где я уже всегда покупала, и которые меня полностью устраивают. И там я буду искать из того перечня, который они мне предоставляют. А так, чтобы гоняться за какой-то одной схемой, у меня, кстати, такого нет. За каким-то одним набором я гоняться не буду, потому что мне всегда хочется вышивать 10 разных наборов и получать от этого колоссальное удовольствие. А вот так вот, чтобы переживать, вот хочу только этот набор и жить не могу без него. Могу я без него жить, поэтому без всего я могу жить, и без вышивки могу жить, потому что я и вязать тогда могу, и по дереву выжигать могу, и к рисованию вернуться, поэтому у меня нету такой гонки за каким-то одним процессом, и тем более я не буду ничего пробовать в тех магазинах, которые меня уже подвели.
У меня вот, опять же, вернусь к этому набору, который вышивала Алина рукоделие, она его начала, и она как бы просто перестала его вышивать, он ей очень не понравился, она тут же его пошла, замочила. У меня же то же самое было. У меня был набор, это мои лебеди, тоже гигантский набор на 11-м каунте, покупала его не на Joy Sunday. Я не помню, что там был за магазин, но вот под тем набором, вернее, под тем видео, где я рассказываю, почему я больше не буду вышивать этот набор, и показываю, и замачиваю, и стираю эту канву. Там у меня есть ссылка на этот магазин, где я купила этот набор. В общем, я перестала его вышивать по тем же самым причинам, почему Алина перестала вышивать свой набор. Схема далека вообще от той схемы, которую мне предоставляет Joy Sunday. И уже попробовав Joy Sunday, я не хочу распыляться и не хочу мучиться с другими схемами. Сравнивать розовый со светло-фиолетовым, светло-малиновым оттенком я не хочу. Потом там помимо этих светло-фиолетовых, малиновых и розовых оттенков, есть еще малиновый оттенок, фиолетовый оттенок, темно-розовый оттенок, красный оттенок. Но это кошмар. Такая же неразбериха вот в моем наборе была с зелеными цветами. Есть цвет морской волны темный, светлый, салатовый, темно-салатовый, темно-зеленый, светло-зеленый. Вот такие квадраты. Но это кошмар. При дневном свете совершенно нет проблем читать эту схему. Вот у меня не было проблем, но я не вышиваю при дневном, вернее, вышиваю по субботам, как бы, но даже сейчас вот уже дневной свет, но мне все равно как бы дополнительное освещение нужно. Но вот вышивать вот так вот при ночном искусственном освещении, пусть даже у меня как бы белый свет неоновый, но все равно меня это не устраивает. Потом сам вариант крест, голубой крест на белом квадрате и наклоненная диагональная палочка на белом квадрате. И вот сидеть разбираться, это крест или просто наклоненная палочка. И оттенки голубого одинаковые. То же самое с зеленым. То же самое, есть еще знак больше или меньше одинакового цвета. Вот у меня был, я помню, зеленый. В одну сторону располагается, и светло-зеленый в другую располагается. То есть знак больше, знак меньше. Но это сложно. И мне совершенно это не понравилось. И это не был какой-то такой набор, вот, который вот я хочу вышить, хочу, не могу. То есть у меня была куча наборов Joy Sunday. Вот что предоставляет Joy Sunday? Все жалуются на вот эти ядерные оттенки Joy Sunday. Это та и вся прелесть этих наборов, потому что ярко-оранжевый цвет, ядреный такой оранжевый цвет или ярко-розовый цвет. Там нету больше оттенков светло-малиновых. Там есть светло-розовый, малиновый, красный, светло-фиолетовый, фиолетово-черный квадраты. Потом есть, допустим, крестик черный, есть точка черная, есть окружность зеленая, то есть не точка, а окружность зеленая. То есть вот такие вот очень четкие различия, когда ты совершенно не задумываешься. Потом, я еще помню, на 11-м каунте я тоже думала, вот именно что касается лебедей, потому что у меня там было 300 на 280, что ли, такая вот работа большая. Я тоже принимала решение, хочу я вышивать крестом или полукрестом. Тоже провела эксперимент, тоже решила вышивать полукрестом. Но именно в той работе у меня фон, листья, вода. Вот сами лебеди, там такие большие зашивки. Так же, как в наборе у Алины, розы, там цветы вышивались вот большими участками. А фон шел вот этими мелкими переходами. И когда я вышивала полукрестами, вот эти мелкие переходы, у меня была такая рассыпная, вот эти
значки прям рассыпные. Соответственно, вот эти протяжки полукрестами, оказалось, это плохо. Это неудобно, и там реально не очень красиво. Все-таки протяжки делать, когда ты вышиваешь крестиком, нить, естественно, в два раза тоньше. И там, хотя на изнанке ковер, но он все равно такой, как бы, себя оправдывающий. А когда полукрестами ты зашиваешь, естественно, в большее сложение нитей, и вот все это протягиваешь, эти разбросанные крестики вышиваешь, я вот для себя поняла решение, если это будут какие-то вот такие большие участки, вот, допустим, волки у меня сейчас вышиваются на бордюре сандой, там вот реально такие хорошие группы, такие переходы, вот таких вот нету, там три крестика, один, два, один, и вот так вот, вот пошло. Такого нету вот в этом наборе с волками. Там спокойно можно было бы вышивать полукрестами, и изнанка была бы, как бы, ну, себя оправдывающая, так скажем. Но я волков вышиваю сейчас своих все-таки крестиками. И, то есть для себя я тоже приняла решение, что мне, в принципе, нравится, как полукресты смотрятся на 11-м каунте, но, опять же, это должен быть какой-то такой сюжет, который вот будет такими вот большими, хорошими участками или группами, такими вот логичными группами зашиваться. Пусть даже эта группа там из 5 крестиков, потом 10 крестиков, потом линия пошла куда-то, этих крестиков куда-то. Но когда это вот один крестик, через 3 крестика еще один, через 5 крестиков еще один, еще один, еще один, и вот так вот ты, в принципе, просто протягиваешь постоянно ниточку, и так 10 разных цветов этих ниточек. Вот представьте, что будет на изнанке. Так что я тоже помню, я долго думала, мне прям не хотелось идти замачивать. Алина приняла очень быстрое решение, но я вот продумала, я пошла, как бы, я отказалась от этого процесса, нисколько в этом не жалею, потому что с тем количеством наборов Joy Sunday, которые у меня есть, вот у меня, в принципе, я уже попробовала 10 разных магазинов, наверное, на AliExpress, там плюс-минус 2 магазина, и вот только 3 я однозначно буду покупать. Опять возвращаясь, у кого, если возникнет вопрос, что это за магазины, у меня есть отдельное видео «Мои любимые магазины на AliExpress», поэтому ничего не изменилось за эти полгода, или там, может быть, год назад я снимала это видео. Все то же самое. Покупки я сейчас особо не делаю, потому что у меня все, что я хочу очень сильно вышивать, я вышиваю. С другой стороны, вы сами видите, у меня сейчас прям такое разброд и шатание по разным техникам, по разным, как бы, таким вот сюжетам, которые я хочу сама придумывать. Поэтому то количество наборов на конве с напечатанной схемой, которая у меня сейчас есть, меня полностью устраивает. И я их буду вышивать, вот все буду вышивать. Под небольшим вопросом находятся вот эти несколько наборов из магазинов, которые мне не устраивают. Но, скорее всего, я тоже буду вышивать. Опять же, если я столкнусь с тем, что было тогда вот с моими лебедями, или с тем, что Алина рукоделие столкнулась, я не буду вышивать. Я такой набор не буду вышивать. Хотя я тоже должна сказать, что у меня две подписчицы вот под тем моим видео написали, как бы, ну как это так, такой замечательный набор. То есть я, как бы, кто... Ну вот они написали, потому что они дошили этот набор. Результат классный, они всем довольны. И, то есть, им результат абсолютно, как бы, понравился. Я ничего, как бы, не исключаю. Я уверена, что мне результат бы тоже понравился. Но вот избаловавшись уже тем, что какую легкость в напечатании схемы делает Joy Sunday, я решила, что не стоит вот это мучение того, чтобы разбираться с какими-то такими более сложными схемами. Они читабельны, они нормальные. Вышивать можно, это не то, что... Если бы ничего не было вышивать, и я была бы на необитаемом острове, я бы с большим удовольствием вышивала такой набор и вышила бы своих лебедей. Но когда, не знаю, я в принципе, сейчас у меня столько идей, мне даже если схему напечатанную у меня забери, я просто сама из головы начну сейчас вышивать, потому что у меня реально хочется мне
даже такой вариант попробовать, вот реально взять, положить перед собой какую-то фотографию и начать рисовать. Вот начать то, что с фотографии, с картины, начать рисовать. Даже такое у меня уже есть. На это только время надо, и вот надо желание. Вот без всяких схем положить всю палитру своих ниточек и вот так вот, вот реально без всяких схем, даже без паттерн-мейкера взять и как бы начать это делать. То есть, соответственно, я уже не хочу мучиться. Канва с нанесенной схемой однозначно ей быть в моем исполнении. Это горячо любимые наборы, которые у меня лежат, и я их храню, и однозначно буду все их вышивать. Особенно у меня будет период жизни, когда я не смогу здесь вот так вот по 10 процессов вышивать, и этот период будет очень скоро. Вот тогда я навышиваю с наборов с канвой, с нанесенной схемой. Может быть, даже будет период, когда я вообще не буду вышивать, потому что, естественно, вышивка — это не самая основная часть моей жизни, так как я работаю, учусь. Грядут большие изменения дополнительно в моей жизни, поэтому я буду искать самые-самые легкие способы вышивки. Не какие-то такие творческие, а просто, чтобы вот реально взять, так расслабиться. И канва с нанесенной схемой это однозначно такой вот вариант для меня будет. А потом я еще тоже помню, что вот именно в моем варианте, когда я пошла стирать эту схему, замочила канву, и у меня с большим-большим трудом отходил там то ли красный, то ли фиолетовый цвет. У меня просто так та вышивка не отстиралась. У меня до сих пор осталось какое-то такое розовое пятнышко. Хотя я, как бы Алина ничего не сказала. Она сказала, что она замочила. И, в принципе, как я поняла, все нормально у нее отмылось. Вот в моем случае не совсем все нормально отмылось. Обычные наборы Joy Sunday я замачиваю на полчаса. При этом три раза подхожу, меняю воду, то есть меняю новую, даже не стирая ничего, а просто меняю воду. И все, через полчаса у меня все сходит. С тем набором у меня 24 часа вода лежала, все это лежало в воде. И я потом еще и в машинке постирала, и с выльной водой постирала уже через 24 часа смены воды. Все равно у меня есть там розовое пятно. Я уверена, если бы я вышила это все, то это розовое пятно не было бы заметно под вышитыми крестиками. Но все равно такой момент имел место быть вот в моем случае. Хотя это опять это какая-то такая локальная эрия. Эту 11-ю канву я тоже буду использовать. Она у меня как бы отдельно лежит. На ниточке у меня вообще там много идей, потому что вот сейчас вышиваю я хардангер техникой или вот техникой, которую я там хочу научиться пользоваться, якобинская вышивка, то есть те нитки, которые с тех лебедей, это вообще, это просто сказка, это ниточки СХС, и они как бы обычные ниточки СХС, потому что в некоторых китайских наборах еще есть не СХС ниточки, они есть намного мягче и намного тоньше. У меня есть несколько наборов таких, и там точно не ниточки СХС. Вот, и из этих ниточек, которые у меня в лебедях, однозначно я буду что-то другое вышивать. И там такие цвета бирюзовые, синие, голубые, такие оттенки прям классные, красивые-красивые. Самые-самые мои любимые оттенки. Так что, да, обязательно, если вы когда-то решитесь попробовать наборы с AliExpress, на AliExpress много разных магазинов, которые продают наборы разных производителей, однозначно пробуйте какие-то маленькие наборы, не думайте, что, ой, я купил один набор, это, допустим, если это не Joy Sunday, а какой-то другой фирмы, и все, весь AliExpress плохой. Но опять же, если вам не нравится вышивать по канве с нанесенной схемой, ну там уже ничего,
неважно, насколько схема хорошо напечатана, плохо напечатана, вам однозначно это будет не нравиться. Вот реально же, очень многие любят как раз-таки то, что вот передо мной чистое полотно, и я этими крестиками рисую, заполняю как бы три крестика, еще там группа, а потом раз, и на чистом полотне рисунок появляется. Вот есть прям любители такого, вот получают удовольствие именно вот от этого процесса. А я как бы по-другому, мне надо, чтобы ни о чем я не думала, сидела. Сейчас, кстати, тоже заполняю полукресты. Навышивалась тут полукрестов очередных и заполняю эти полукресты. То есть, а мне как раз-таки, мне все равно, белая канва, не белая канва. Я получаю гигантское удовольствие от того, что я просто вышиваю какое-то количество крестиков за какое-то время. У меня был один очередной комментарий, я помню, мне кажется, это от того же самого человека, который мне раньше писал, зачем вы засекаете время, зачем вы там за 3 минуты крестики подсчитываете, зачем вы за минуту крестики подсчитываете. И сейчас у меня как бы тоже, зачем вы подсчитываете эти крестики на кросс-стич-саге, зачем это нужно? Можно же просто, вот есть 15 минут, сядешь, повышиваешь и все. Как бы это такое мнение имеет место быть. Но вот для меня важно сам вот этот процесс, то есть это такая мини-игра, которую я сама себе устраиваю. Меня количество вышитых крестиков за какое-то время, за какой-то день, за неделю, меня или количество вышивальных дней, то есть кросс-стич-сага, допустим, показывает же, что вот в этот день ты 100 крестиков вышил, а через неделю там был один день, ты там вышел 1000 крестиков, а потом был 2 дня на следующей неделе, где ты вышел столько-то. То есть ты там можешь смотреть, во-первых, сколько дней ты вышивал ту или иную работу, в среднем сколько крестиков ты вышивал, сколько всего крестиков в работе, какой процент продвижения. Вот мне это просто безумно нравится. Мне эти цифры нужны, важны, потому что для меня это как стимул продолжать это делать, вышивать. У меня это вызывает улыбку. Вот, допустим, вчера я вышила 2000 крестиков, я такая довольная. Для меня это как бы, о, здорово, я смогла, я могу, это вообще сказка. То есть мне это нужно, то есть эти цифры мне нужны. Это такое, знаете, все равно для меня мое хобби – это самая неорганизованная часть моей жизни. Все остальное намного более организовано. Вот здесь такой хаос, когда я начинаю, что хочу, вышиваю, что хочу, ротация такая, какую я хочу, вот сегодня то, завтра другое, через неделю третье. Организацию своих процессов, то так вышиваю, то так вышиваю. Нет у меня никакой такой вот последовательности, что я вот буду делать только так и не иначе, а через 3 дня не поменяю свое мнение. Я не говорю уже о годе, я через 3 дня меняю свое мнение. То есть это такой организованный хаос. Организованная безорганизованность. Вот это то, что вот творится в моей вышивке, но мне просто классно. Просто классно. И вот это самое важное для меня, потому что мне нравится, что все равно у меня это по ящичкам разложено, но там куча процессов. Там просто оно все по ящичкам, но их столько. То есть у меня эти шкафчики увеличиваются. Я сейчас принимаю решение, что мне надо все это переорганизовать, и все-таки есть процессы, которые откладываются у меня на какое-то долгое время, есть идеи, которые я хочу попробовать, но я знаю, что я не буду их заканчивать, но попробовать мне безумно хочется, и я буду пробовать. И как бы попробовав, я все это отложу подальше, потому что, ну, на какой-то вот важный период моей жизни. У меня, если будет процесс вышивки, то он будет, ну, будет 1-2, может быть 3, и все это будет лежать вот так вот компактно. Одно что-то будет освобождаться, будет ложиться туда следующий процесс, но не так, как у меня сейчас это все. То есть мне надо просто все это упаковать вместо всех вот этих ящичков, которые вот здесь вот у меня, и там еще. Мне надо, я вот, наверное, оставлю один вот этот ящик, и там будут все процессы. То есть не маленький,
а вот этот нижний большой, как бы до пола у меня там. И вот его оставлю, все остальное, что, то, что там, мне надо все это будет переорганизовать. У меня на это есть несколько месяцев. Я буду показывать весь этот процесс переорганизации, и заодно покажу все мои процессы, и все мои итоги, и планы, и не планы. То есть будет такое вот видео, ну, когда у меня появится вдохновение на такое видео. Поэтому для меня вот эта вот организация в цифрах, вышитых крестиков сегодня или за час, или за 3 минуты, мне просто это нужно. И это такой стимул. Вот кого-то стимулирует участвовать в СП. Меня стимулируют мои личные продвижения. И как я вижу их в цифрах. Вот это самый шикарный стимул. Допустим, на конве с вышитой, с нанесенной схемой, там же как бы крестики не посчитаешь, потому что, ну, это как по бумажной схеме крестики считать. Ну вот я сейчас нашла способ, если у меня есть кросс-стич-сага схема, она мне показывает, я там пальчиком ших, провела, у меня ших так 100 крестиков этих отдельно выделенных убралось. И в принципе для меня это как дополнительная игра к вышивке. То есть я вышиваю, а здесь я вот на кросс-стич-саге еще поигралась. То есть это тоже в этом своя прелесть есть. Но раньше, когда вот у меня же много схем, вернее, много наборов, а схем у меня нету, я просто считаю, сколько ниточек я вышила за день. То есть такой подсчет у меня был, и тоже достаточно такой простой, но очень удобный подсчет. Потом я еще хотела поговорить мне одна из подписчиц сказала, так как я собираюсь вот эту шкатулку оформлять в виде хардангера, но у меня же идея и другими видами техник вышивать, что можно в каждом окошке разный вид техник попробовать и вышивок попробовать. В принципе, идея интересная, но у меня другая идея. Я хочу навышивать вот этих окошек в одной технике, а потом этих же окошек навышивать в другой технике. Периодически там разная цветовая гамма, я могу даже менять. То есть достать эти квадратики, положить туда другие квадратики. И размер-то этих квадратиков такой, что если наступит время, я могу эти маленькие квадратики превратить в панкип и повесить на новогоднюю елку. То есть мне все-таки хочется, чтобы однозначно будут разные техники, но вот одна шкатулка, все эти 6 элементов, мне хочется все-таки на одной конве, в одной технике, но разные узоры. То есть вот чтобы одного цвета, но разные узоры, чтобы были. А периодически я, может быть, эти 6 окошек буду менять. По крайней мере, такие планы. Потом мне еще дали, ну, такой совет или пожелание, или даже спросили, как я буду оформлять вот этот сэмплер, который я сейчас начала вышивать. То есть я вышила только дерево, но это превратится у меня в сэмплер, который я сама буду создавать. Я буквально вчера смотрела видео US Анна. Она тоже создает свой сэмплер, она соединяет из двух разных сэмплер те элементы, которые ей нравятся, она соединяет в один, и это тоже будет ее такой собственный сэмплер. Вот у меня есть той же категории, хочу создать что-то такое свое, и буду смотреть вот разные такие элементы в интернете, на отшивах или на тех схемах, которые у меня уже скачаны. Какие-то элементы буду смотреть, чтобы они как бы перекликались с тем, что я хочу передать в этом сэмплере, может быть, что-то сама там дорисовывать, придумывать. То есть такие планы у меня есть. А насчет оформления, опять же, возвращаясь к тому, как оформляет US Анна, меня такой способ устраивает. Я для себя не вижу вышивку под стекло. У меня... Я не хочу этого делать, не хочу никаких стекол. Именно поэтому для меня очень важно, чтобы вышивка стиралась. То есть я
если натягивать буду, там на какие-то панно, на какие-то картины, в рамки, я все равно с какой-то периодичностью, во-первых, буду их пылесосить, но как таковой пыли у меня нету дома. Вот за 10 лет, я не знаю, я пыль вытираю раз в месяц, и то ради того, чтобы ради самой идеи провести влажную уборку. И то, наверное, только из-за кисы. Без кисы и того бы ничего видно не было, но с кисой у нас тоже есть способ, как мы ее чистим раз в неделю, мы такие проводим с ней процедуры. Вот, и, соответственно, в лучшем случае я буду там пылесосить со специальной насадкой вышивки, а с какой-то периодичностью я буду их стирать. Даже вот то, что я оформляю сейчас на флизелин, это же все равно все можно отстирать. Все это можно замочить в мыльной воде, все это высохнет, опять прогладить, и будет все как было. То есть под стекло я не хочу оформлять. И вот эта идея, мы тоже с мужем какие-то картины, мы всегда просто идем в магазин, покупаем раму, потому что у нас есть шикарный выбор рам, уже готовых рам. Они просто иногда бывают размером стандартным, нестандартным. И не совсем таким, какой, допустим, европейские стандартные рамы. Вот здесь какие-то американские. Но из-за того, что я же сейчас пробую вот эти разные ткани, и на тканях я вообще не экономлю, потому что цена $9 за полметра на полтора метра. И те цвета, которые я вообще хочу, и... В принципе, на этом можно вообще, как бы, на таких тканях можно какие угодно размеры обрезать. И, соответственно, даже в стандартной и нестандартной работы, вернее, рамы, оформлять эти картины. Поэтому я не буду заказывать, допустим, где-то в России, чтобы мне потом привезли сюда, или вот такое дистанционное оформление. Это, конечно, классно, удобно. Но все равно вести это 13 часов на другой конец света. Мне, в принципе, маме есть что сюда привезти. Я не хочу просить ее, чтобы она мне там раму везла сюда. Ну, как бы для меня это не вариант. И езжу я не так-то часто. То есть раз в несколько лет я езжу, мама раз в несколько лет. То есть раз в год мы видимся, но рама это не то, что ты как бы хочешь повезти там. В ручной клади или там тебе разрешено там 30 килограмм или 50 килограмм. В общем, нет, оформлять буду здесь сама. Вот то, как US Анна рассказывает, как она оформляет, идет, просто покупает уже готовую рамку и натягивает либо сама. Я, скорее всего, тоже сама все это буду делать, то есть для меня это вообще не вариант. Потом мне нравится такое более современное оформление, когда вот есть уже готовые такие широкие рамы. Это даже не рамы, они как коробки такие, ну вот такой вот толщины или такой толщины, и туда я просто вот свою флизелиновую вышивку, уже посаженную на флизелин, просто так креплю. Мне очень нравится такое оформление, оно более такое современное, в каком-то вот интерьере, в какой-то части моего интерьера такое оформление может тоже хорошо смотреться. У нас даже был другой вариант. У нас была уже готовая картина, и мы просто пошли в багетную мастерскую, в магазин Hobby Lobby, у нас еще Michaels есть. Мы выбрали багет, который мы хотим, и мы попросили их сделать только раму, тут саму раму, потому что у нас есть отдельно продающиеся такие досточки, которые соединяются вместе тех размеров, которые тебе нужно, их просто скрепляешь вот так вот 4, и они уже как бы там специальные пазлы, эти пазлы садятся друг на друга и создается этот угол. И потом мы с мужем просто натянули эту картину, которая вот у нас была, сами степлером, то есть вдвоем это в принципе вообще не проблема, оказывается, натянуть. Все надо как бы просто заранее спланировать, симметрично все делать с каждой стороны. И картину мы такую, вот какая она у нас, может быть, метр, полтора метра на метр. Вот такая вот картина, которую мы натягивали. И мы просто попросили, мы подобрали сам багет под эту картину. И нам сделали это все.
по тем размерам, которые мы сказали. И мы уже натянутую картину на раму, эту раму просто вставили в тот багет, и нам это обошлось, вот даже это, нам обошлось $50. Но мы как бы делали это с 50% скидкой, то есть итого это должно было стоить $100. Ну вот нам обошлось $50, вот сама эта рама, но опять же рама такая красивая, деревянная, хотя можно было пластиковую выбрать, но нам просто понравилось, как оно будет смотреться и в интерьере, и с работой. То есть она прям подходила подо все. Поэтому именно ту мы выбрали. И то есть рама была не из дешевых, так скажем. Но все равно $50. Больше половины работы мы сделали сами. Вот так вот сэкономили. Но так меня очень даже устраивает. И опять же, есть еще более простой вариант. Просто взять, пойти уже готовую раму сделанную. И так как у меня эти равномерки мои искусственные разных размеров, я всегда смогу просто под тот или иной уже готовый багет просто натянуть, как мне надо, и все. Вот такое оформление я для себя вижу. И опять же, все это без стекла. Не хочу никаких стекол, хочу щупать, трогать, видеть всю эту выпуклость моих крестиков. И мне это нужно видеть. Работа под стеклом, она вообще меня теряет какой-то смысл. Именно поэтому для меня вот эта искусственная равномерка и ниточки СХС, они не выцветут, они не истлеют, они не потеряют свой вид. Я могу их стирать 150 раз. В машинке, без машинки, я уже стирала свои вышивки, даже в машинке ничего с ниточками СХС не происходит, с искусственной равномеркой ничего не произойдет, если, естественно, если она прям под солнцем не будет стоять, но она просто сама тогда исплавится, может быть. Ну и обычная хлопковая ткань или лен, естественно, в таких условиях, ну кто из нас хранит свои красивые сшитые картины. Все это все равно в наших домах, квартирах. Поэтому мне нужно стирать. И вот у меня, допустим, все эти прокрашенные льны, декоративные, недекоративные, хлопковые ткани с разводами. У меня страх, потому что кто-то говорит, что нельзя их стирать, ниточки ручного крошения, нельзя их стирать. У меня нету такой необходимости пробовать эти ниточки, какие бы они там мягкие, замечательные не были. Но сам факт, что я не смогу стирать много раз свою работу с какой-то периодичностью, для меня это вообще не вариант. Потому что хочу стирать, хочу как бы ухаживать за своими работами, но при этом не хранить их под стеклом. Ну, как-то так. Единственное, вот что из ниточек я бы хотела попробовать, я бы хотела попробовать шелковые нити. Вот это прям вот это хочу, хочу, не могу. И, скорее всего, скоро попробую. Попробую и вам покажу. Сегодня уже 24 августа. Несколько дней я не показывала вам свое продвижение, но я потихоньку вышивала, как я и говорила, что буду заниматься только этим процессом. В принципе, так и получилось. И смотрите, у меня все закончено, за исключением вот этого вот участка. И все. Сейчас посмотрите, я уже, когда заканчиваю ниточки, я их вот так вот аккуратненько складываю, перематываю вот эти нитки, которые на отдельной пасмочке у меня оставлены, убираю все иголочки. То есть весь набор, все вот эти цвета уже были полностью использованы. Сейчас в работе останутся только вот эти вот 4 цвета, синие цвета, и мне останется вышить вот такой вот участок. Давайте я вам покажу. Вот в течение недели я вышивала
Вот с понедельника, смотрите. 300, 400, 300, 200. И вот сегодня уже вышло две ниточки. Вернее, это полторы ниточки. 67 крестиков сегодня всего. Это пока. На данный момент у меня уже вышито 96%. И осталось, в принципе, здесь в работе мне всего... Вот. Вот так вот. Всего осталось, посмотрите, 500 крестиков. Теоретически, если постараться, естественно, сегодня можно было бы закончить. Но мне что-то сегодня такое уставшее настроение. И, ну, в принципе, как-то особо не хочется вышивать. Но, в принципе, посмотрим, как у меня сегодня вышивка будет. Сейчас я пока еще не могу сесть повышивать. Мне много всего надо переделать. Хотя уже 8 часов. Ну, наверное, о продвижениях сегодняшнего дня я вам покажу уже завтра. Закончился мой долгострой. Все полностью вышито. Сейчас раннее утро субботы, 25 августа. Давайте покажу вам свои продвижения за вчера. Если вы видите, сейчас еще даже нет 8, вышито 100%. Вчера в пятницу я вышла 359 крестиков, хотя настроение было такое невышивальное, но я, в принципе, немного отдохнула и перед сном чуть повышивала. И сегодня утром проснулась и решила, все, надо заканчивать. Тоже 220 крестиков, и вся работа вышита, 100%. Всем доброе утро! Я буду... заканчивать свою работу. Сейчас самое-самое приятное. Я разбираю всю свою вышивку. Убираю вот так вот клипсы. Клипсами я креплю, куда можно закрепить. За резиночки или за саму канву. Креплю телефон. Вот так вот у меня это крепится резиночками. Теперь буду распускать свою работу. Снимать вот эти клипсы. Обычная такая застежка, это шторные такие зажимчики, которые я купила на AliExpress, и обычные резиночки для волос. Этих резиночек я накупила разные цвета, разные размеры, и тоже накупила на AliExpress. И вот эти резиночки у меня именно для вышивки. Они лежат у меня там вот в ящичке вместе с этим, с этими зажимчиками. Разбираю свой станок. Как я говорила, бумажные полотенца я использую для того, чтобы станком никак не повредить саму вот эту гладкость и структуру. Ну и если вы видите, у меня там еще две иголочки. То есть это вот я голубой цвет тут дошивала, и мне еще две ниточки надо закрепить. Еще перед тем, как стирать свою работу и полностью уже заканчивать, я хочу вышить свою подпись. И год 2018. Дата окончания этого процесса. Здорово. Сейчас буду вышивать. Вышью где-нибудь вот здесь. Посмотрите, какие классные чашки. Чашки белые, на белом фоне. Но, кстати, здесь белого цвета используется совсем-совсем немного. Благодаря вот использованию таких серо-бежевых оттенков переданы все тени. Вообще круто. Вот, допустим, вот эти голубые чашки, они похожи на чашки с того набора, который был
куплен маме как приданное для одной или для другой дочки. Поэтому вот эти голубые чашки — это, в принципе, то, из-за чего я вообще захотела этот набор вышивать. Не набор, а этот сюжет. Ну все, покажу вам уже чистенький, отглаженный, готовый результат. Вышила я свою подпись. 2018 год. Сейчас хочу вам показать свою разметку, которая у меня уже 2 года находится на этой работе. Вот если вы видите голубые линии. Сейчас пойду смывать, надеюсь, что все смоется. Вот эти голубые линии сверху я нанесла уже, ну, буквально там пару недель назад. Пока сушится моя работа, хотела тоже сказать, что карандаш, вот этот голубой фломастер, у меня отстирался, ну, за 5 секунд. Сейчас работа сохнет, хотела с вами поделиться своими продвижениями в вязании за эту неделю, за мои рукодельные будни в этом эпизоде. Опять зеленым маркером, этой булавочкой у меня отмечено, откуда я начала. И вот столько я вышила. Опять говорю, вышила. Столько я связала. Получается, вот сейчас у меня где-то 0,5 метра уже связано. Но в ширину, по всей ширине у меня это одеяло где-то 1,5 метра. Поэтому буду вязать, пока у меня не закончатся вот эти ниточки. Если ниточек как бы будет меньше, чем на 1,5 метра, тогда у меня будет такой прямоугольник. А если будет чуть больше, то прямоугольник в другую сторону. Ничего страшного. Буду в такой же форме вязать. Вот у меня такой край и вот такой бок. Мне очень нравится, как получается. Вот эту ниточку надо заправить. Больше пока нигде нет узелков. Обычно я вяжу, достаю ниточку из центра. Но сейчас у меня, видите, моточек уже такой мягкий стал, что из центра уже она аккуратно не достается. Достается вот такими вот мотками. Но у меня все равно вот это мое такое вязальное место. Я здесь сажусь, вся в подушках. Так полулежа вяжу. Вязка мне безумно нравится. Отстирана и отглажена работа. Смотрите, какая она классная. Реально здорово. Здесь я сделала свою надпись. Это мои инициалы и тоже год отшива. Закончено. Хочется провести небольшую статистику. Я этот набор начала где-то в марте 2016 года. Сейчас август 2018 года. 25 августа я его заканчиваю. Размер этой работы 18 на 33 сантиметра. Ну, а размер самой канвы у меня 34 на 44 сантиметра. Вышивала я на 14 каунте, вышивала ниточками СХС. Ниточки СХС были куплены на AliExpress. И канву я покупала здесь, в офлайн-магазине, в магазине Hobby Lobby. Еще очень интересно, что я по кросс-стич-саге проверила. Всего у меня на эту работу ушло 36 вышивальных дней. Вышивала я от 150 крестиков до 800 крестиков. Это у меня было. И у меня один день, если вы помните, я тут так навышивалась. У меня 2000 крестиков было за один день. Всего в этой работе 13576 крестиков. Я очень довольна.
Результат. Как же я собой горжусь, что работа закончена. Это мой долгострой. Это, в принципе, мой, наверное, четвертый или пятый процесс, который я вообще начинала когда-либо. Это еще было до того, как я начала вышивать по наборам с нанесенной схемой. Это вот я приобрела кросс-стич сабу. Я отшила, наверное, вот так вот и остановилась. Потому что, то есть на тот момент я вышивала буцилу, которую купила здесь в местном магазине офлайн. И вот вышивала этот набор. Этот набор, естественно, по кросс-стич саге мне не набор, а процесс по кросс-стич саге мне больше нравилось вышивать, чем буцилу, потому что буцила это как бы вообще мне сложно тогда показалось. Но, как вы видите, любовь к этому процессу у меня не прошла. Мне очень захотелось закончить. Надо было вышить 6000 крестиков за эту неделю. Я с этим справилась. Правда, у меня ушла неделя и еще 8 часов. Потому что сегодня я вам в 8 часов утра показала, как у меня, что у меня закончен процесс. И вот что я готова его уже стирать, гладить. Легко у меня отошел маркер, сделала свою роспись, свои инициалы поставила, год. В общем, я безумно довольна. Здорово. Оформлять я эту работу не буду, как и многие свои другие работы. Я сейчас не оформляю, потому что будем переезжать с квартиры на квартиру. А сесть где-то мы еще долгое время не планируем. Пока вот учеба, пока и я, и муж, мы ищем себя в карьере, поэтому у нас как бы не планируется какое-то свое пространство, перевозить рамки, ну, не хочется. А вышиваю я ради процесса, ради удовольствия. Меня безумно радует мой рулончик, который пополняется работами. А потом уже буду и в каком-то таком одинаковом стиле оформлять. Давайте вот так вот присяду, чтобы кису было видно. Так что пусть пока все это хранится замечательно. Ну, а так как я планировала и то, что хотела, я, в принципе, осуществила, соответственно, следующие мои вышивальные будни, следующий эпизод у меня будет вообще взрыв. Будет такое, что, в принципе, я вас приглашаю. Надеюсь, удочка закинута. Я сейчас вот прекращаю снимать этот эпизод и начинаю снимать следующий эпизод, потому что руки уже чешутся. Хочется все это осуществить, и надеюсь, мы будем осуществлять это вместе, и даже надеюсь, что, может быть, кто-то из вас к этой идее присоединится и сам для себя что-то такое организует, и потом будем делиться впечатлениями. А на данный момент буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание. Я в этом эпизоде и с вами наболталась, и показала вам законченный процесс, поэтому я собой довольна. Большое спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Пока!